власти Польши намерены снести более 500 советских памятников. Речь идет о монументах, установленных в благодарность СССР, освободившему эту страну от фашизма. Это все столбы империи. Поскольку империя уже 25 лет находится на славке истории, туда же надо отправить все эти столбы. Для вашей безопасности я вам рекомендую сидеть дома, спокойно, тихо и не провокуйте людей. Сегодня наказанный. Это на что вы допускаете? Тряпки убрали красные! Как можно было отправить? Как можно было это сделать? Да, человек переживает за самое дорогое и прячет его. Это нормально, в принципе. Вы ветерана с Буратино-то не путаете? Он не самое дорогое прячет, он святое прячет! Я понимаю, почему вы так держитесь за прошлое. Потому что в настоящем у вас все плохо, а будущего-то вообще, возможно, вообще нет. Любые попытки исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны. Зачастую за такими попытками стоит желание скрыть свой собственный позор. Бояки УПА згадувались як приклад героїзму по відношенню до України. Ми всі добре з вами пам'ятаємо радянську інвейжн як в Україну, так і в тому числі і в Німеччину. Ils furent nos libérateurs. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit а ces soldats, ce qu'elle doit aux États-Unis. Dlaczego wszyscy przyzwyczailiśmy się tak łatwo, że to Moskwa jest miejscem, gdzie czci się zakończenie działań wojennych, a nie na przykład Londyn czy Berlin, co byłoby jeszcze bardziej naturalne. Это нам только иногда кажется, что несут какой-то бред, просто бред. Ну и это проскочит и никто не обратит внимания. Нет, вы понимаете, это просто закладывается в голову миллионам людей. The largest role had the most casualties in the fight against the Nazis during the Second World War. Oh, that's great. I'm like totally blanking. It's not the US. France. Didn't think of another country? America. Japan lost. Russia lost. Yeah. Seriously? Which country took Berlin? Dark. United States. I say the United States of America. The United States, Great Britain, France. How about the Soviet Union? Yeah. The former Soviet Union? Oh, it's actually, it was Russia or the Soviet Union. They had the most casualties. Yeah. What's your reaction to that? Was that surprising? Just please don't put this on TV. Какая короткая память, не хватило даже на 100 лет. Какая огромная наглость, бросать тень на память побед. Предатель давится, плюется огнем и косо смотрит на наш парад. Ох, как не нравится правда о том, что мир спас русский солдат. Сегодня 22 июня 2000 утра. День объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Необъятная родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир.
сдал свои города. В первые дни войны не хотят и не поймут никогда радость русской души. В счастливый и растерзанный май был остановлен нацистов ад. Ты помни, никогда не забывай, мир спас русский солдат.